геймеры Старого Света дождались своего часа. PlayStation 4 начинает поход по Европе. В пятницу стартовали европейские продажи игровой приставки нового поколения от японской корпорации Sony. В этот же день гаджет появился и в России. Выпуск консоли на рынок США 15 ноября оказался крайне удачным. За первые сутки был распродан 1 000 000 экземпляров. Цена устройства в Европе – 399 евро, в России – почти 19 тысяч рублей. Между тем, на прошлой неделе начались продажи главного конкурента PS4 – приставки Microsoft Xbox One. Обе компании постарались выйти на рынок как раз в начале золотоносного предрождественского сезона. Мировой рынок игровых приставок оценивается в 30 миллиардов долларов.